Томской области «Газпром» «Трансгаз Томск» будут развивать сотрудничество в промышленности, науке и социальной сфере. Соглашение об этом исполняющий обязанности губернатора Владимир Мазур и генеральный директор компании Владислав Бородин подписали на Петербургском международном газовом форуме. Глава региона и глава крупнейшей газотранспортной компании страны договорились о стимулировании инвестиционных проектов, развитии промышленного и научного потенциала, содействии в вопросах газоснабжения и газификации Томской области, в том числе по увеличению пропускной способности газораспределительных станций. Отдельный раздел в соглашении отведен социально-экономическому развитию. Компания намерена способствовать сохранению уровня занятости населения, развитию социальной сферы, разрабатывать и реализовывать программы в области культуры, детского и массового спорта, бережного отношения к природе, участвовать в социально-экономических программах. Подводя итоги работы делегации Томской области на форуме, Владимир Мазур отметил большой интерес, который проявили его участники к Томскому региону. Стенд, который подготовили мы для презентации нашей продукции и наших наработок с созданиями, с сохранением деревянного творчества, он сегодня, я имею в виду, думаю, доминирующий, наверное, здесь на общем форуме. И очень много подходят и спрашивают, интересуются. Это и есть цель нашей поездки, для того, чтобы область была привлекательной. Через стенд это тоже делали. И когда есть привлекательность, тогда есть и развитие.